Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу, имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика, активизирует воображение. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Всем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Носители этого имени готовы пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради того, чтобы выполнить свою миссию по отношению к человечеству. Когда эти люди не до конца доводят какое-то дело, то они расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.